Так, повалили. Отходим. Валера, нормально. Серьезные участники, вы все видите. Просто ребята тупо валят прямо. Так, бизон первый вырвался. Отрыв хороший уже. Валера второй. Красота же. Самый немногочисленный класс получился. Ого, как встрял жестко. Что там, стойку оторвал или? Раздулся. А, раздулся. И у вас присел. Так, а вот и смена лидера. Валера первый. Видно, яму проскочил, но ему легче, он легче, чем бизон. Короче, точнее. Опа! Он в яму попал, вот тебе и поворот. Ну, штурман есть. С якорем. Смотри, три клиента уже на это. Так, штурман с якорем. Так газовать не надо, конечно. Да, ТР-3 раз, ТР-3 два. ТР-3 три. Вот. И две где-то в яме. Такой ТР-3 спокойный получился. Но сложно тут. Так, выбрались ребята. Очень грязный. Веталь просто. Где-то он там нырял. Кто там сзади? Сзади УАЗик. Да, неудачно Валера попал в яму.
Нормально дубасит. А вот у вас интересно как. Тоже неплохо. Тяжеловато, но идут. Андрюха, есть колпачок, чем спуститься? Не, я же не на своей. А, ты же не на своей. Борются, ну, конечно. Если бы не копал, уже бы давно выехал и поехал бы. Есть. Но тяжело очень было. Ну, пока. Пока шансы есть еще. Так, у вас выехал. Будет пробовать продолжить сейчас. Валера тоже что-то хоть и выехал, но стоит. Да, такой виловатый ТР-3 какой-то пока. Но сейчас будем смотреть дальше. Проблемы технические, да. Проблемы какие-то. И тут тоже я понял, судя по тому, что дальше не едут ребята. Так, у вас пробует, но что-то не хочет работать. Ох, тут закопали якорь. Вторая категория их. Все, теперь ему просто надо ехать спокойно и выиграет. Тут не так просто все. Так, ну поехали. Спокойно ребята идут без. Да. Не, ну тут бойцы серьезные. Отдохнул. Поехал. Спокойно. Пробует тоже. Да, там нырнули жестко. Блин, выскочили красавцы просто. Вот это уровень, молодцы. И быстро. Да, с УАЗом проблемы, что-то пошло не так. А УАЗок Атлетос работает. Вот тут сейчас. Ну молодцы, не побоялись, вот смотри как. Очень уверенно. Просто спокойно идут в своем спокойном темпе. Пошел ходом.
И пошел дальше красиво. Так, а вот и Виталик. Ну тут как бы все понятно, идем к ключевому месту. Вес решает. А Нива не может, да? Нива не берет? Вперед ходом? Типа, что-то долго. Типа дорог и не едет, оказывается. Так вместе зачем? Так, ребята. Да сделайте подарок, я не могу. Так, тут серьезно очень штурман. Попробуйте хоть раз бери. Серег! Попробуйте хоть раз, да! Бокал! Ох и замесили же, блин. Залепило все, ну трактор стоит якорем, лапы опустил, якорь хороший. Ну, чуть убери на секунду. Ну красиво, спокойно, уверенно. На втором месте идут, наверное. А может и на первом. Вон лидер. Так, лидер близко. Интересно, эти так не спеша подходят. Ну, наконец-то оффроуд начался нормальный. Штурман красивый вообще. А тут все красивые. Блин, сантиметр не хватает. Хватает. Быстро, механика. Ну, но...
лебедка. Так, наконец-то появился бизон в кадре. Где-то долго его не было. Блокировка не включилась. Но уже без хода тут уже не получится. Хотя Веталь такой, что может и выехать. Штурман, я понимаю. Вот это борьба. Это Юрец. Очень интересно Юрец выглядит сегодня. Подустали ребята, видно. Борьба непростая. Так, ну ребята на лебедке. Не тратя время, молодцы, четко. Яков, так меня тоже повело и скинуло. Я все видел. И даже записал, наверное. Правда, найти что-то не могу, но, наверное, записал. Чего это не рот, а мне уже показывал. Красавцы. Так, очередной подход. Готовят нам трассу хорошо, ребята, ничего не скажешь. Да, уже ступеняка не хватает, просто не хватает клиренса. Т-3 веселый. Мало немножко участников, такой борьбы нету очной. Все равно красиво.
красивая Нива шла. Ну, потому что выехать нереально, сразу зацепил и поехал. Во-во. Руслан, давай с Нивой. Сейчас Нива проедет. Экшен будет как раз. Не проедет Нива, давай с Нивой. Проедет, апельсин проедет. У него пары надо менять. Поехали. А это фотка спереди, что-то. Да? Пока ты комедиан. Отдай лебедку. Нет, напряги лебедку. Вдвоем заглохли. Вот это номер. Костя, тяни Сука! Вот там и борьба. Я переживал, что борьбы мало. А вон и третий едет. А вот и третий едет. Олежек. Сюда надо было, да. Вот и третий приехал. Нормально. Давай, давай, не отвлекайся. Да, в общем, такая борьба. Вот серьезная машина конкурирующая. Да, несложно конкурировать. Номер 3 и 3 место в этом году у нас достается экипажу, а именно Прокопенко Виталий, Мицкевич Юрий. Встречаем, друзья. Ваше 3 место почетное. Спасибо вам за участие. Танки вообще не боятся грязи, мы это знаем, да. Едем прямо вообще, больше газа, меньше ямы вообще. Не поломка, но не так лучше поломка, да, если потом. Немножко пыли. Да, немножко грязи. Друзья, второе место, ТР-3. ТР-3, второе место у нас награждается и приглашается на подиум. Под ваши овации, понятно, что. Данченко Константин и Каминский Александр, встречаем. ТР-3 награждается
согласен.